когда ты решила завести ребенка? Ты об этом подумала? Или ты сразу рассчитывала на меня? Мое дело, мол, родить, а воспитывать пусть дядя будет. Нет, моя дорогая, ничего у тебя не получится. Потому что, слава богу, у меня в жизни еще есть интересы помимо пеленок. Мамочка, но ведь она же твоя внучка. Прежде всего, она твоя дочка. И я, между прочим, тебя вырастила без бабушки. И ничего, вырастила на свою голову.